37 мультфильмов в 6 возрастных программах. Всего 3 дня для того, чтобы посмотреть их все и сделать выбор, какой из них лучше. Такова программа открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздаль-2019», который проходит с 13 по 16 марта в художественной галерее. Оценивать конкурсные мультфильмы будут юные зрители. Это интересно. Это увлекательно. Это совершенно новые, свежие мультфильмы, которые помимо открытой премьеры, часть из них участвует еще и в большой конкурсной программе, где профессиональное жюри, а мы с вами зрители. Мы те самые благодарные зрители, которые посмотрят первыми, дадут свою оценку. Голосование после просмотра будет простым и понятным. Каждый зритель получит жетон для голосования и сможет отдать голос только за одну картину в каждой из 6 программ. Как рассказала нам Ольга Ватурина, «Саровчане» 2 года подряд выбирали лучшие российские мультфильмы. Практика показала, что мы выбираем те мультфильмы, которые берут приз профессионального жюри. То есть вот это приятно. Это на самом деле говорит о том, что хорошая анимация, умная анимация. И сейчас участвует и в массовых показах, да, и ее выбирает зритель. Показывать мультфильмы в художественной галерее начнут с 13 марта. Первая конкурсная программа рассчитана на возраст 0+, последняя на детей старше 12 лет. Вход на показы свободный, для коллективов обязательно предварительная запись. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.